Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы займемся с вами распаковкой нового адвент-календаря от бренда By Terry. By Terry – это очень известный люксовый дорогой французский бренд, не американский бренд, и именно оттуда я и получила этот адвент-календарь из Франции. Для меня это большая честь была получить адвент-календарь именно из Франции, потому что я никогда ничего не получала именно из Франции. Очень ждала этой посылки, и, в общем, она пришла достаточно быстро, надо сказать, DHL-ом, но посылку я ждала достаточно долго, сегодня весь день, вот сейчас я записываю это видео. У нас сейчас почти 6 часов. Обычно DHL доставляет посылки очень быстро, прям пулей, с утра все уже доставлено. Но так как сейчас мы находимся в ретроградном Меркурии, то это все очень сильно накладывает отпечатки на работу разных служб, в том числе почтовых служб, поэтому, ну, куда деться, да, что делать. Зато мы получили это, и первая важная информация, это то, что этот календарь адвент стоил целых $160, и By Terry говорит нам то, что вы сможете сэкономить аж целых 60%, покупая этот адвент на 24 дня. Мы должны найти целых 14 косметических средств и также 10 разных средств для ухода за кожей лица. Это мой первый раз знакомство с брендом By Terry, поэтому я, если честно, возлагаю большие надежды. И я не то что надеюсь, я знаю, что косметика, которую мы должны получить в этом календаре, она должна быть высокого качества, какая-то супер, знаете, продуманная все, скажем так, от упаковки до состава. Поэтому да, давайте приступим уже к нашей распаковке. Запасайтесь вкусняшками, вином, чаем, неважно чем. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментарии, как обычно. И давайте уже начинать. Поехали. Итак, давайте начнем с нашего первого номера. Он здесь у нас находится в очень близком местоположении ко мне, поэтому его было очень-очень легко найти. Это помада. Вау, посмотрите на этот дизайн. Ребят, какой он космический, знаете. Написано, что это By Terry Lip Expert Matte. Матовая помада получается в таком красивом нюдово-розовом оттенке. По ощущению, она очень такая, как шелковистая, масляная, очень легко распределяется по руке. Я уже, если честно, в большом восторге от того, что мы получили в нашем первом дне. Помада просто бомбическая, я ни разу не видела такой текстуры у помады, именно матовой. Когда она засыхает, она становится матовой, но когда вы наносите ее на губы, она прям супер такая увлажняющая и очень классная. И здесь 4 мл продукта. Очень и очень классное начало этого календаря. Давайте пойдем дальше. Номер 2. Ощущение, что там какая-то как то ли тушь, то ли какой-то блеск для губ. Это бальзам. Здесь 2,3 грамма. Не чувствуется таким липким. Приятный очень аромат, немножко даже цветочный. И это бальзам, что очень интересно, в travel размере. Стоит он $19, и вы можете купить точно такой же размер на их сайте за $19. То есть получается, это никакой, знаете, не делюкс размер, это именно travel размер, который можно также купить по отдельности. Номер 3. Давайте посмотрим, что нас ждет в третьем номере. Номер 3 здесь у нас затаился. Сейчас мы его откроем. И я вижу крем. Это именно праймер. Перед нанесением макияжа вы наносите его, и, в общем, ваша кожа очень суперски сияет. И здесь имеется большое количество оттенков. У меня это оттенки Light и Maculate Light, и у них имеется огромное количество самых светлых до самых темных. И большой размер 30 мл стоит $91 на сайте By Terry. Здесь мы получаем 7 мл, и, ну, это неплохо, знаете, на пару раз точно хватит, но... В общем, цена, конечно, вообще просто космическая какая-то. Движемся к номеру 4. Мне кажется, о боже мой, по-моему, это мицеллярная вода какая-то. Да, это мицеллярная вода от By Terry, называется она Balm de Rose. И, в общем, мицеллярная вода, которая сделана во Франции. Кстати, все продукты из этого адвента сделаны во Франции. Аромат я пока не чувствую, но упаковка супер такая, знаете, тяжелая, очень плотная, пластик, наверное, не стекло все-таки это, очень прикольно смотрится, мне очень нравится дизайн, конечно, это By Terry. В нашей мицеллярной воде получается 30 мл продукта, если вы решите купить это с сайта By Terry, вы заплатите $38 за 200 мл продукта, что, ну, недешево, да, скажем так, за мицеллярную воду. Что мне кажется, мицеллярка это, конечно, хорошо, она никогда не бывает лишней, но... Знаете, вместо мицеллярки есть такое большое количество разных продуктов, я уверена в этом бренде, что, ну, как бы, это просто вода для очищения макияжа, а вот что-то вот вроде такого, это уже более интересно, как мне кажется, получать в адвентах.
Номер 5. Давайте посмотрим, что нас ждет в нашем 5 номере. Там, по ощущениям моим, будет какой-то карандаш, может быть, даже каяловый карандаш или подводка какая-нибудь. А может, карандаш для губ? Да, я угадала, это был крайоновый карандаш. В общем, называется он Crayon Call Terribly. И вы знаете, ребят, в этом карандаше очень и очень классный пигмент. Он прям так и скользит по вашей руке. Он застывает потом через некоторое время, я так понимаю, и становится водостойким. То есть он у вас не сотрется, если вы заплачете. Или, допустим, вы попадете под дождь, это ничего не будет страшного вам, потому что карандаш останется у вас на своем месте. Карандаш сделан, кстати говоря, в Германии, и это наш первый продукт, который сделан не во Франции. Я сначала подумала, что карандаш, он какой-то синий, но он черный, просто упаковка, она немножко может вас сбить с толку, и вы подумаете, что он синий, но он не синий, он именно черный. А вы знаете, я не смогла найти граммовку в этом карандаше, но однако по весу и по тому, как он нарисован даже в упаковке на сайте, я вижу, что это, скорее всего, полноразмерный продукт, и он стоит целых $30, что вообще немало за карандаш для глаз, поэтому уже, опять же, огромный жирный плюс за то, что мы получаем такие классные компоненты в этом адвенте. Откроем наш номер 6. Номер 6 должен быть где-то вот здесь. Тушь для ресниц Mascara Terribly в черном оттенке. Сделано это в Италии. Мы получаем целых 4 грамма продукта, и я так понимаю, что это, скорее всего, travel размер. Упаковка, она прям супер такая люксовая, в том плане, что это очень тяжелый металл, который холодный сам по себе, то есть дотрагиваясь до этой упаковки руками, вы можете чувствовать такой холодок. Упаковка, она сама по себе такая и дает вам этот холодок. Приятно пахнет. На сайте Battery эта тушь стоит целых $48 за 8 мл, и в нашей туше мы видим 4 грамма продукта. Я не знаю, сколько это в миллилитрах, но, возможно, как мне кажется, это может быть даже половиной туши, которую я вижу на сайте. Но, в общем, это невероятно круто. Цены, конечно, тут просто ху-ху, знаете. Дальше мы перейдем к нашему 7 номеру этого адвент-календаря. Вот он здесь запрятался, опять же. Это скраб для губ. Скраб для губ. Я очень много слышала о продуктов от Bytery именно для губ, их бальзамы для губ, скрабы, возможно, даже тоже о них слышала. Пахнет он какой-то розой, вот роза, роза, везде почти очень чувствуется. Вау, прикольно, прикольно вообще, ребят. Сделано это во Франции, и здесь я вижу целых 15 грамм продукта. Неплохо, неплохо нас Bytery балует этим. И на сайте написано, что продукт этот стоит целых $34, окей, и 15 грамм продукта. Мы же получаем с вами 15 грамм продукта тоже, то есть это полный размер. Вау, это все должно очень деликатно эксфолировать ваши губы, чтобы создать ту самую гладкую кожу на ваших губах. Он немножко такой жесткий, я бы сказала, то есть не могу сказать, что такой супер мягкий. Сами частички сахара, они очень чувствуются даже моими пальцами, а на губах это еще будет гораздо более таким жестким чем-то. Знаете, я не удивлена, потому что на сайте у этого скраба всего лишь 3,9 рейтинг, то есть это не 5, как у других продуктов было из наших других номеров, а 3,9, то есть значит, что что-то в нем не так хорошо, но полный размер скраба от Bytery, почему нет? Дальше мы откроем наш номер 8. Другая помада в уже очень красном оттенке, очень активный красный праздничный оттенок, очень хорош будет для Рождества, Нового года. Вау, он невероятно пигментированный, но в то же время он очень шелковистый по своей текстуре, как и наша другая помада в розовом оттенке. Потрясающе, очень сидит на моих руках, как это ни странно. И, ребят, я просто в шоке, эта помада в полном размере, как и наша предыдущая помада в розовом оттенке. Я в шоке, потому что это стоит целых $34. И Bytery пишет, что эта помада чисто такой парижский стиль, очень пигментирована, но в то же время помада будет очень долго оставаться на ваших губах, она kiss-proof. Это значит то, что если вы поцелуете кого-то, то этот человек, которого вы поцеловали, она не останется у него на губах. Это очень здорово, потому что очень многие помады, которые у меня есть в моей коллекции, я поцелую своего мужа, и у него все потом на губах, короче. И это, ну, не очень круто, а вот такие помады, это всегда must-have, когда вы, например, много целуетесь, или вы только входите в отношения, понимаете? Номер 9 выглядит очень таким круглым. Очень интересно, что там может быть. Какой-то праймер.
Я так и поняла сначала, но думала, что я не права. Это пудра для закрепления макияжа в таком очень ярком красновато-розовом оттенке. То есть тут двойной оттенок, как мы видим в упаковке. Сделана она в Италии. Hi, buddy. Кот пришел сказать привет. Для меня это выглядит, для меня, с моей перспективы, как румяна и хайлайтер, может быть, потому что середина этой пудры, она такая сияющая, а уже по кругу, вот этот большой круг с пудрой не сияющий, он матовый. И как советует нам By Terry, этот продукт лучше всего наносить на выступающие части лица в конце вашего макияжа. Здесь мы видим 1,3 грамма продукта, и это полный размер. На сайте это стоит целых $18, то есть полный размер. Всегда очень и очень классно получить в адвенте. Перейдем к номеру 10. Окей, это масло для лица. All over oil. О боже, это стоит $75 в полном размере. Я в шоке. Здесь мы получаем 30 мл продукта. Это сделано во Франции. Это сухое масло, которое может использоваться для волос, тела, лица. И здесь, как и в прошлых продуктах мы видели, розовый какой-то, розовый воск, розовые масла, витамин Е. В общем, все это очень хорошо для кожи, для волос и так далее. Я почему-то ожидала, что это будет какое-то масло для именно снятия макияжа, а не для, в общем, напитывания тела витаминами. Номер 11. Что это такое? Окей, это праймер. Наконец-то мы нашли праймер в этом адвенте. Праймер называется Hyaluronic Hydra Primer, и здесь мы видим целых 15 грамм продукта. Сделано это во Франции. Праймер обещает нам то, что он будет корректировать разные зоны, только благодаря тому, что он будет на вашем лице. Я не пойму, как пахнет этот праймер, потому что он пахнет почти никак, но в то же время можно уловить этот какой-то неуловимый легкий аромат розы. В полном размере праймер, который, кстати, out of stock на сайте By Terry, его нету в наличии. И сколько он стоит, я не вижу цены, к сожалению. В обычном праймере вы получаете 40 мл продукта, здесь мы получаем 15, то есть это, ну, почти треть продукта. И полный размер этого праймера от By Terry стоит около $23. И я так понимаю, что он чисто такой, знаете, праймер увлажняющий с очень большим содержанием гиалуронки, что всегда радует, потому что гиалуронку мы все любим. Дальше мы хотим открыть номер 12 в этом календаре. В 12 номере я вижу крем для рук. Ура! Крем для рук никогда не бывает лишним, особенно когда дело касается осени или зимы. Очень такая красивая, миленькая упаковка розовая. Очень приятный розовый аромат. Кстати, моя мама очень любит розовую воду, розу во всем. И я бы очень была рада, если бы мама приехала сюда и дала ей парочку продуктов отсюда, потому что люди, которые любят розу, розовые ароматы, розовую воду, им очень понравится содержание этого адвента, 100%. Я бы не сказала, что он очень жирный, он очень легкий по своей текстуре. Полный размер этого крема стоит $50. $50 за крем для рук, окей. И в нашем креме мы получаем целых 15 грамм продукта, и сделано это во Франции. Что ж, крем для рук — это всегда очень хорошая находка в адвенте. Номер 13. У нас здесь осталось уже, ну сколько, половина номеров, наверное, мы уже открыли, поэтому очень скоро мы подойдем к концу. И вот здесь номер 13. Пакетик, окей. Здесь мы нашли пакетик крема для лица. Это прям такой sample size, очень маленький размер. И этот крем, он, конечно же, с чем? С розой, все верно. И, ну, не знаю, sample size в таком адвенте, это как-то, мне кажется, несерьезно, потому что мы так хорошо начинали, там полный размер помады. Такой пакетик крема, я не знаю, я как-то не могу сказать, что я прям такая, вау, пакетик крема. Как пробник чувствуется, не как подарок в адвент-календаре, понимаете? Это как игрушка какая-то, на один раз хватит, и что? А вот этого хватит на, ну, может быть... Может быть, на месяц, на неделю, смотри, как вы будете пользоваться. Тестеры мы не очень любим в адвент-календарях, ребят, не правда ли? Номер 14 выглядит очень маленьким, как будто там какое-то что-то... Кисточка? Оу, кисточка. Такая кисточка, знаете, которую вы получаете в типа пудре от Chanel, которую вы потом не используете так или иначе. Я так понимаю, что эта кисточка, она должна идти... Вот с этой пудрой вместе, возможно, скорее всего так и есть, но не закрывается она, конечно, но я так понимаю, что это как вместе идет, продается, может даже. Я не знаю, насколько эта кисточка хороша, чтобы обрадоваться ею в день 14, да. В общем, нет, ребят, эта кисть, она не продается отдельно, это именно календарь эксклюзив, то есть вы получаете эту кисточку, потому что у вас, я так понимаю, в наборе идет... Вот эта компактная пудра. Окей. Из-за того, чтобы класть и это вместе, они решили
ну, сделать еще один экстра день, чтобы не класть, допустим, что-нибудь более интересное для нас, я так понимаю. Номер 15, давайте посмотрим, что нас ждет там. Мы видим пудру, это setting powder или пудра для закрепления макияжа, и она в таком красивом белом, очень алмазном, не алмазном, а белоснежном оттенке. Это пудра с гиалуронкой в своем составе, что не может не радовать. Здесь 4 грамм продукта, сделано во Франции. Полный размер этой пудры стоит почти 60 американских долларов, и в полном размере 10 грамм продукта. Здесь же мы видим 4 грамма продукта, что очень даже неплохо, потому что такие пудры, они, ну, не очень быстро заканчиваются, скажем так. Если я даже буду использовать ее каждый день, чтобы делать небольшой бейкинг, то на месяца два мне хватит ее точно. Номер 16 у нас очень выглядит таким, знаете, красивым. Ну, в смысле, не то, что красивым, он выглядит многообещающе, вот. В номере 16 я ничего не обнаружила, он был пустым. Я не знаю, как так возможно, но, может быть, я уже открыла его, или там что-то упало вниз, кто знает. Наш номер 17. Окей, другая помада в очень ярком розово-пурпурном оттенке, супер классно выглядит. Такая помада, как мы уже помним, это полный размер, стоит она в районе 34 долларов. Мне кажется, формула будет просто бомбической при использовании ее. Это не супер такой плотный матовый оттенок, гораздо более нежный, чем он выглядит в упаковке. И оттенок называется наш Gypsy, номер 12. Помады от Байтери, это всегда очень круто. Номер 18, давайте посмотрим, что у нас там. Я извиняюсь, но почему эта штучка такая черная, супер-супер темная бутылочка? Здесь написано, что это Tea to Tan Face and Body. И я так понимаю, что в полном размере это именно в спрее, в формате спрея, так же, как и вот этот продукт, он в формате спрея. И это получается автозагар, но в такой более жидкой форме, очень интересно. Такой активный оттенок, мне будет немножко странно его использовать. Знаете, он выглядит как какая-то зеленка, что-то вот вроде того. Ну, в общем, интересно, интересный цвет, интересная текстура. Пахнет он очень приятно, ну, как приятно. Больше какие-то как масла чувствуется, и он немножко липковатый тоже, прям такой конкретный липкий продукт. Ну, не знаю, не знаю, не могу сказать, что я прям такая, знаете, вау, какой классный черный бутылек с непонятно чем, да еще и таким липким, понимаете? На сайте написано, что это бронзер-спрей, полный размер, а именно 100 мл будет стоить вам 88 долларов. Немало вообще ни разу, и мы получаем целых 30 мл продукта, и это сделано во Франции. Ну, окей, в принципе, хороший продукт, не знаю. Нет, некоторые продукты, которые ты получаешь в адвентах, ты смотришь на них и такая, а буду ли я пользоваться этим когда-либо и когда вообще, понимаете? Поэтому спорный вот этот номер, я не могу сказать, что я прям такая, вау. Следующий наш номер будет номер 19, и это чувствуется как... Окей, что это такое у нас? Это липстик от Байтери в очень красивом цвете с небольшим перламутром в нем. Вау, какой мягкий, да, слушайте, 100% это полный размер. Не то чтобы это гигиеническая помада, но немножко есть вот это вот ощущение, что аромат, он из детства сделано в Италии, и оттенок этот Sunny Nude. О боже, он стоит 34 доллара. Так, вот эти помады матовые, ну как матовые, некоторые из них матовые, некоторые из них более глянцевые. Номер 20 у нас тут затаился такой маленький номерок сам. Окей, что я вижу? Я вижу сыворотку или праймер для лица. Я поняла, это немножко более темный оттенок, то есть тот был у нас оттенок очень светлый, light, что-то там. Это очень темный оттенок для тех, у кого кожа гораздо более загорелая. Ну, в общем, прикольно, окей, почему нет? И этот оттенок называется Sunny Flash. В общем, мы уже знаем, что это праймер с невероятно классным составом, и то, что он стоит, тоже очень немало. Номер 21, очень маленький, видится мне и чувствуется, конечно же, духи ли это какие-то. Это у нас жидкие тени для глаз. То есть это тени в стике получается, окей, достаточно красивый оттенок, тени такие никогда не бывают лишними, и к тому же ими очень и очень легко пользоваться тоже, провел одну линию на веки и уже макияж готов, можно сказать. И цвет это очень красивый цвет, на самом деле такой настоящий бронзовый оттенок, я бы сказала, и он невероятно-невероятно масляный. По своей текстуре очень приятно чувствуется при нанесении. Я очень довольна. Я очень довольна, что они положили именно такой оттенок, а не какой-нибудь супер ультрамариновый оттенок.
круто. И на сайте этот стик стоит $18, что, в принципе, не очень такая супер большая цена. Я так понимаю, что это у нас полный размер этих теней, потому что они стоят $18. Здесь огромовки я не вижу здесь на сайте. И написано, что эти тени, они как три в одном. То есть здесь и иллюминатор, и тени, и это антиэйджинг формула. То есть все, в общем, в одном. И на сайте я также вижу, что отзывы очень и очень хорошие на этот стик теней. Так, номер 22 уже почти мы очень близки к последнему дню. И это чувствуется тяжелым. Упаковка как будто какой-то металл. Мне кажется, или это бальзам для губ, о котором столько много людей говорили, в такой очень тяжелой, красивой и классной упаковке. Пахнет он как типичная роза. По-моему, да, по-моему, это бальзам. Вау, прикольно. Я слышала, что очень много селебритис, как русских, ну, русских в основном, они очень любят этот бальзам от By Terry, и в Москве его очень и очень сложно найти. А тут мы нашли его в адвент-календаре. Круто! О, это стоит $60. Я в шоке. Вы серьезно? $60. Окей. При всей арифметике это гораздо выгоднее купить адвент, чем покупать по отдельности. Таким образом, вы получаете другую кучу разных интересных продуктов, и все это уплачено. Номер 23. Я так понимаю, что это у нас было с этого 16 номера. Это у нас маска в пакетике. Я вот эти пакетики, если честно, не воспринимаю. Я считаю, что это просто, знаете, как, ну, несерьезно это, понимаете? Не для адвент-календаря это все сделано, но не для этого. Если бы я получила такое в Sephora, да, как пробник, я бы была такая, окей, нормально. Но здесь ты не ожидаешь таких маленьких пакетиков тестеров, поэтому я даже как-то, пакетик и пакетик. В номере 23 мы видим какой-то тонер, мы видим мейкап-ремувер или средство для удаления макияжа. Окей, то есть у нас тут получается уже и масло для тела, и мицеллярная вода. Ну, вообще, да, это, в принципе, хорошие очень товары для повседневного использования. Но почему мне кажется, что это не что-то такое уникальное и классное? И этот бифазный раствор для удаления макияжа с розой, опять же, стоит $45 на Beautylish. Вообще ни разу не мало. И на Beautylish написано, что мы получаем сколько? 200 мл. А здесь мы получаем 30 мл. Сделано это во Франции. Ну, окей, в принципе, это неплохо. Никогда не помешает бифазный макияжный ремувер. Почему нет? Но не могу сказать, что я прям такая, знаете, вау. Последний номер, 24. Я думала, мы уже все. Там я угадала. Это тушь полный размер By Terry Lash Expert Twist Brush. И, о май гад, здесь какой-то еще второй, здесь маленький такой секретный вход есть. Окей, ребят, я поняла, на крышечке этой туши вы можете увидеть такую вращающуюся пимпочку, которая позволит вам выбрать тот самый угол, в котором вы будете наносить эту тушь, и в зависимости от того, куда вы повернете, либо на цифру 1, либо на цифру 2, эта тушь станет либо очень такой плотной, даст вам очень такой более активный эффект туши. Если вы перевернете на номер 1, то тушь будет гораздо более естественной и, в общем, ну, не будет такой супер фейково выглядящей, скажем так. 8,3 грамма, как и на сайте написано. То есть это был наш последний продукт. Я не знаю, ребята, я... Знаете, я когда услышала, что By Terry выходит со всеми своими, ну, моментами к Рождеству, а именно адвентом, я такая, покупать или не покупать? Я хочу купить, потому что я никогда не пробовала By Terry бренд в жизни. Понравился ли мне календарь? Я скажу скорее да, чем нет, просто потому что... Ну, товары, которые вы получаете, они действительно уникальные, и они французские, они итальянские, то есть это качество, это ум, да, умы пошли на то, как сделать, вот, допустим, эту бифазную умывалку или жидкость, чтобы она хорошо все это смывала, понимаете, составы, про помады вообще молчу, потому что, ну, они выглядят просто потрясающе. Какие цвета, как это все ложится классно на кожу. Пока что я хочу сказать точно, что мне нравится все. То же самое я могу сказать и о полноразмерных продуктах, а именно бальзам для губ, бальзам в стики, тушь никогда не бывает лишним, особенно от By Terry. Пудра в более среднем размере, ну не в полном размере, понятно, она очень прикольная.
Дальше какие-то там крема, вот это, крем для рук тоже понравился, всякие вот эти праймеры понравились, бальзам в более таком, ну, молочном оттенке всегда пригодится, как мне кажется, я очень много пользуюсь такими блестящими структурами блеска, как вы уже поняли, вот, праймер тоже хорошо, ну и, конечно, бальзам для губ, $60, то, что, наверное, я больше всего ожидала увидеть в этом календаре, потому что я очень много слышала о том, что люди просто не знаю, где купить его, когда они в России находятся, в Москве очень сложно достать вот этот бренд by Terry, особенно их Lip Balm. Вот, сейчас давайте перейдем к вот такому послевкусию, да, что у меня после всего вот этого, какое мнение. Мне показалось, что в этом адвенте должно было быть чуть больше каких-то делюксовых размеров, вы же понимаете, о чем я говорю, наверное, да? Вот эти пакетики, они как бы для чего? То есть я не считаю, что это что-то, что вы хотите увидеть в новогоднем адвент-календаре, пакетики. Как тестеры это может прокатит, но когда ты открываешь этот адвент-календарь, ты видишь пакет, так же, как и кисточка. Ну, я не знаю, ну, будет она валяться у меня, ну, как бы, я не знаю, как я буду часто ее пользоваться, понимаете? Но стоит ли этот календарь своих денег? Я скажу, что, скорее всего, да. Определенно да, потому что бренд by Terry так легко достать где-либо, даже у нас, я не знаю, он не продается нигде в офлайне, только в онлайне. С Франции его нужно заказывать. А тут вы получаете такие маленькие продукты, которые, ну, знаете, вы можете попробовать и понять, ага, мой это бренд, хочу ли я что-то от них еще пробовать или нет. Поэтому это прикольно, но я не могу сказать, что это прям mind-blowing, или я прям, знаете, в таком экстазе, в таком шоке. Это хороший календарь за ту цену, за которую вы его купили, потому что это by Terry, by Terry это суперлюксовый бренд, а значит, что все эти продукты пойдут вам на пользу 100%, потому что, когда дело касается структуры, формулы, состава продуктов от by Terry, это все навевает на потребителя качество, традиции и то, что люди думают о том, что они производят. Конечно, в любых французских продуктах всегда есть что-то такое, знаете, Франция, что они там говорят, je m'appelle, вот это все. В общем, если бы я решила поставить оценку этому календарю из 10, я бы, наверное, поставила ему, может быть, 6,5. В общем, да, ребят, дайте мне знать ваше мнение об этом адвент-календаре от by Terry. $160 он стоит, привозится он вам из Франции, DHL, может быть, за, ну, дня 4, 5 или 6 даже, может, но он быстро пришел, немедленно, 100%. Мне будет интересно поэтому узнать ваше мнение, что вы думаете об этом адвентике, стоит ли его дарить или нет, или это все типа хлам. Вообще, мне кажется, что вам он понравится, потому что, ну, товары, они неплохие, на самом деле. Поэтому, да, буду рада вашим комментариям, ребят. Не прощаюсь с вами. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, прекрасных макияжных дней, конечно же. Не прощаюсь, ваша Юля. Всем пока!